Это что за хрен? Ты это... ждешь кого-то, дедуля? Меня зовут Закарий Ригби. Я оставлял сообщение на автоответчике для Билли. Не ты хотел вырвать мне сердце и посрать на него? Нет, нет, это был не я. Ну, ты вроде нормальный. Проходи в дом, а то мы тут собаку похитили у одного маньяка. Добро. Проверка. Раз, 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 два. Проверка. Окей. К сожалению, мне пора идти играть в теннис. Диктофон уже включен, так что начинай травить свои дикие байки, Зак. До скорого, парни. Зак? Да. Ладно, слушай, ты давай пока рассказывай, чего хотел. А я пойду налью нам чаю. Что ж... кажется... все началось, когда мне было 17. У меня тогда еще молоко на губах не обсохло. Полез я как-то грабить дом одного чертова судьи в Делакроя. Мой вам совет, никогда не суйтесь в дома судей в Делакрое. Потому что, когда я спустился в подвал, знаешь, что я там нашел? Я нашел трупы двух черных девчонок. А потом и третью, едва живую, на цепи с остальными. Вот. Девчонку-то звали Мэгги. Она все мне рассказала про этого судью. Рассказала мне, какой паршивый он человек. И я влюбился в Мэгги в тот самый момент. Кажется, она в меня тоже немного. И вот судья пришел домой. И что дальше? Но мы подвесили его за шею, пока не сдох. Вот тогда у нас с Мэгги и родилась одна идея. Какая? Ездить по стране и убивать людей, которые ездят по стране и убивают людей. Как бы серийные убийцы убийц. Типа истребители маньяков. Ага. Полуночный палач Тексаркана. Безумный мясник из Кингсбери Ран. Зодиак. Шел 75-й год, когда она спалила того хиппи. И с тех пор я ищу ее. Когда используешь мою историю в фильме, оставь в самом конце послание, что я скучаю по ней и люблю ее. Зря я не помог убить того хиппи.
Мне очень жаль. Пусть позвонит. Сделаешь это для меня, Марти. Почти за честь. Зак. I'm in.